Я Станеглав Татьяна Владимировна, маляр-штукатур, зал СМУ-2. Я являюсь членом Рабочей партии России с 2013 года. Почему я вступила в партию? Ну, во-первых, я рабочий, это первое. Во-вторых, потому что рабочие сейчас являются самым страдающим классом. Они наиболее угнетаемые из всех классов. Ну и в-третьих, потому что только рабочие могут изменить ситуацию к лучшему. Я призываю всех своих товарищей, братьев по работе, вступать в Рабочую партию России. Потому что сейчас рабочие очень разъединены. Они дезорганизованы, не сплочены, и бороться им за свои права очень трудно. Вот. Поэтому вот для этого и служит партия, чтобы организовать рабочих, чтобы их научить понимать свои коренные интересы, чтобы они умели бороться за себя, за свои права, за своих семьи. Вступайте в Рабочую партию России.